Всем привет! Я Даша, в этом видео я стала котом в виртуальной реальности. Итак, посмотрите, вот у меня вот такие лодки. Я нахожусь у бабушки дома. Вот, посмотрите, я могу достать свои коконочки. О боже, ребят, какие они красивые. А, ой, кто-то мне звонит. Что такое? Неважное сообщение. Эх, как мне это выключить? Все, отлично. Так, давайте спустимся с кроватки. Ой, подождите. Как мне спуститься с кроватки? Эй. Так, все. С кроватки мы слезли. Вот там бабушка. Давайте пойдемте к ней. Так, бабуля, как твои дела? Эй, что-то она уходит. Эй, бабушка, ты куда? Подождите, я хочу посмотреть на нее. Да, конечно, ребят, посмотрите на ее домик. У нее тут и аквариум, много чего у нее тут есть. Так, ладно, давайте пойдемте за ней. Ой, у меня тут еще игрушки, ребят, как мне тут нравится. Давайте пойдемте к ней побыстрее. Так, ой, смотрите, как я прикольно передвигаюсь. Да? О, что делает бабушка? Она смотрит телевизор. Ребят, посмотрите, она смотрит котиков. Но я же тоже котик. Подождите, она что, любит котов? Ну ладно, давайте я с ней сяду. Давайте. Бабушка, я тоже хочу с тобой котиков. Посмотрите, я тоже люблю котиков. Давайте. Так, поднимаемся с ней. Так, подождите. О, ребят, давайте возьмем где пульт. Давайте. А как мне этот пульт передвинуть-то? Так, давайте возьмем. Оп. Оп. А, бабушка, я хотела с тобой вообще-то телевизор посмотреть. Ой, ладно, сама посмотрю фильм. Ну, без бабушки как-то неинтересно. Я-то думала, что она со мной будет телевизор смотреть. Ну, ладно. Так, давайте мы с вами посмотрим. Так, а что, если мы с вами переключим канал? О, посмотрите, тут танцуют котики. Блин, какие они классные. Давайте следующий канал. О, а что с собачкой? Ладно, следующий канал. Ой, тут какой-то рыжий котик ползает. Еще. Опять? Давайте на максимум сделаем, чтобы бабушка нас заругала. Все? А где бабушка? Бабушка. Подождите, дайте я развернусь. А бабушка... А мадам стоит, что-то делает. Ну ладно, я надеюсь, что когда я к ней подойду, то тогда мы с ней посмотрим вместе фильм. Потому что я так и не успела. Я думала, что я успею с ней посмотреть. Подождите, она идет сюда? Давайте посмотрим. Давайте подождем, пока она до сюда дойдет. Ох, ну и где там мой котенок? А, привет! Привет, бабуля! Да? Ну что, мы с тобой вместе фильм посмотрим? Ой, посмотрите. Она сюда, кажется, идет, да? Да, бабушка? Ой, да, она сюда, ребят, идет. Давайте с ней посмотрим вместе. Эй, бабушка, бабушка. Тебе интересно, да? Ой. Давайте к ней подойдем. Так, все. Секунду. Так. Бабушка, почеши меня. Ну, блин, я хочу, чтобы ты меня почесала, бабушка. Я ж не буду тебя сама чесать. Ой. Ой, фу. Так, бабушка, ну почему ты на меня даже внимания не обращаешь? Да, капец, капец, ребят, конечно. Я думала, что я повеселее с ней посмотрю фильм. Ну ладно, фильм мы с вами посмотрели немножечко. Знаете что? Давайте, ребят, у меня есть кое-какой план. Ведь я кошка, знаете? Ну, мне кажется, что каждый, если бы захотел стать кошкой, то он бы это сделал. Знаете, у нас обычно животные там, знаете, ну, писают там, я не знаю, на стены и так далее. А вы представляете, если мы с вами разобьем, допустим, какую-нибудь вазу. Давайте вот так и... Ой. Ой-ой-ой, оп. Ой, бабушка сюда идет. А что мне делать? Ой, она что-то застряла. Отлично. Так, давайте мы с вами еще что-нибудь поделаем. Давайте сюда заберемся. Ой, что это за человек такой тут стоит? Оп, 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 все. Ой, бабушка, кажется, сюда идет. Нет. А ну-ка, что ты тут делаешь? Зачем ты разбиваешь мои любимые вазы? А успеешь вписаться и поставить лайк за 3 секунды. 3, 2, 1. Молодец. Бабушка, это не я. Ой-ой. Ой. Ребята, этого я, конечно, не ожидала. Вы просто представляете, бабушка меня только что ударила сковородкой. Но я ж не специально это сделала. Я это сделала случайно. Я просто хотела быть котиком. Ведь я ж котик. Ой, что-то у меня, какое новое уведомление.
О, меня зовут Арчи, прикиньте. Ладно, все, выключись. Классно. Не так нравятся мои коготочки. Так, ладно, вазы мы сами разбили. Так посмотрите, там же есть аквариум. Вы бы не хотели бы туда сходить? Я бы очень бы хотела, поэтому давайте сходим туда. Еще там куча рыбок, это ж так классно. Так, давайте идемте туда. Бабушка у нас... Ой, бабушка. Все, надеюсь, она меня не заметила. Так, все. Давайте поднимаемся в на аквариум. Ой, блин, ребята, так классно. Ой, это что, я? Подождите, мне это надо... Мне это надо взять. Давайте посмотрим. Посмотрите, это ж картинка котика. Блин, как это классно, бабушка, это ты меня нарисовала? Ой, да, бабушка, я не сомневалась, как ты меня любишь. Ладно, это, в принципе, тут не нужно. Пока бабушка смотрит телевизор, давайте мы... Ой, я не хотела туда... Нет, я ж не попаду в аквариум. Ни в коем случае, давайте мы с вами возьмем вот это. И покормим наших любименьких этих... Скажи, я тебе скажу, рыбочек, ну-ка, как они там поживают? Оп! Подождите, сейчас, я хочу ручку туда засунуть. Ой, смотрите, смотрите, как прикольно. Ой, вода там, конечно, холодная. Я, как кошка, я не люблю купаться в воде, поэтому давайте мы с вами возьмем вот это. И покормим с вами рыбочек. Так, давайте, сейчас возьмем. Сейчас, оп, берем и давайте кормим. Ой, а где корм? Блин, а что, корм у нас закончился? Блин, ну ладно. Я думаю, что вам этого надолго хватит, этого количества корма. Потому что бабушка, видимо, о вас не заботится, потому что, наверное, они голодные. Они вообще туда подплыли? Ну, как я вижу, что нет. Ну ладно, рыбок мы с вами покормили, все это мы с вами сделали. Знаете, я бы, наверное, бы сейчас... Так, давайте оглянемся, посмотрим, что тут да как. Вазы, блин, бабушка уже новые вазы поставила, видите, она смотрит на эти вазы. Так, на кухню мы потом сходим, я хочу вот туда. Там, мне кажется, будет интересно, поэтому, ребят, давайте пойдемте туда. Ой, посмотрите, там корм уже выплыл. Ну ладно, так, давайте, оп. Ой, ребят, так прикольно подпрыгнула. Там робот, мне надо к роботу подойти срочно, ребята. Робот, это ж такая классная штука. Эй, привет, робот. Робот. Так. Эй, друг, привет! Чё ты со мной не здороваешься? Ой, кажется, он разозлился! Подождите. Эй, друг, ты чё? Ну не злись ты так на меня! Все. Привет! Все с ним хорошо. А бабушка вроде не заметила. Поэтому нам надо вот туда, на полочке. Это будет интересно. Так, давайте. Вот. Все, давайте поворачиваемся и, ой, на полочки залезаем. Так, подождите, ой, как-то, ой, я не привыкла быть кошкой, знаете, я не каждый день, конечно, поднимаюсь по этим полкам, поэтому, так, вот на следующее, вот следующий у нас там полка. Давайте, а что я отхожу-то? Так, все, поднимаемся. Ой, а тут какой-то пароль. Ну ладно, давайте сначала, ой, сколько много этих книг-то. А ну-ка, цепитесь от меня. О, еще одна книжечка. Бабушка пока не заметила. Вот. Так как школа закончилась, мы не читаем книги. Да? Правильно, бабушка? Правильно. Ой, бабушка, кажется, заметила, что я книги ее разбросала. Так, ладно, давайте. Оп. А? Бабушка что-то на это смотрит, знаете, с каким-то ужасом. А там, кстати, робот-пылесос пытается это все как-то зачистить. Ну, я думаю, что у него получится. Оп. Ой, бабушка, блин. Как сложно подниматься, конечно. Так как она отреагирует? Ей вообще пофиг на эти книги, поэтому отлично. Я думала, что она сейчас меня опять наругает. Но вот, ребят, давайте мы с вами запомним вот этот код. Это 0426. Ой, смотрите, я могу царапать, ребята. Посмотрите. Я могу царапать. Это так классно. Это, наверное, самое крутое, что вообще могли, типа, придумать, как для кошки. Давайте, и нам надо сейчас оттолкнуться. Оп. Да ну нет, ребята. Это вообще, это такой... Это так сложно, на самом деле, быть котом. Потому что, знаете, вот подниматься это самое сложное для меня. То есть скарабкаться, да, я могу. А мне надо перепрыгнуть на другую. Так, 0426 надо выделить. Вот. Чтобы я не забыла, где это находится. Кстати, может быть, это пароль от какого-то ее компьютера, от какой-то электронной почты. На самом деле, я не знаю. Ну ладно, давайте отодвинемся и... Так, и...
Оп, оп. Так, не, подожди. О, все, отлично. Это что еще за свинка? Что за толстая свинка у бабушки? А она бабушке не нужна. Ей нужны только коты. Это что? Оказалось, копилка? Эй, а ну-ка ты, хулиган, иди сюда. Ты что, совсем мою копилку разбил? Ну ладно тебе. Блин, бабушка, кажется, меня наругала. Ну я ведь ничего даже не сделала. Я просто по случайно разбила ее свинку. Еще и туда упала. А надеюсь, она этого не заметит. Блин, ребят, вот бабушка, она ушла куда-то туда. Но знаете, я разбила по случайности бабушкину копилку. Я этого не хотела делать. Знаете, мы с вами разбили копилку, но знаете что? Я очень голодная. Я прям безумно голодная. Вы не представляете, насколько. Просто мы столько с вами уже прыгаем, занимаемся всем этим. Знаете, я бы хотела бы себе приготовить рыбку на кухне. Как вам эта идея? Мне кажется, что это была бы очень классная идея. Поэтому давайте с вами заберемся на аквариум обратно. Все же рыбки сытенькие. Мы их покормили с вами. Ой, блин, только бы, если бы я забралась, конечно. Так, ну ладно, давайте. Не беда, сейчас заберемся. Так, все. А как мне рыбку оттуда достать? Оп. А что тут рыбку не достать? Рыбки. Оп, оп, оп. Так, рыбок мне не достать. Значит, мы с вами чуть попозже приготовим какую-нибудь другую рыбку. Бабушка опять за свои эти фильмы с котами. Да, капец, конечно. Так, подождите, давайте я отодвинусь, я просто хочу прыгнуть на нее. Оп, оп, оп. Что-то прыжки у меня выходят не очень, мне это кажется. Так, ладно. Вот помните вот тот кот, который мы с вами видели? Это же, скорее всего... О, привет, робот. Это же, скорее всего, кот от компьютера. Вот я там вижу компьютер. Вот видите, мы с вами вот так просто покарабкались по стене. Да, вот это было классно. Так, вот. Видите, там нужен пароль. Был 0426 вроде. Давайте введем. Вот, давайте. 0. Так. 04. 26. О, отлично! У нас есть код. О, посмотрите, там есть какая-то, ну, видите, папка с друзьями. Так, хорошо, давайте зайдем в нее. О, это что еще за котики? То есть у бабушки, кроме меня, есть кто-то еще? Есть какие-то котики? Интересно, о чем коты? Ой, точнее, бабушка общается с котами. Я на самом деле не знаю. Ладно, давайте следующую фотку. Это какой-то рыженький котик. Ну, я тоже рыженький котик. Может быть, это я? Ну, она же меня, наверное, за друга не воспринимает. Ой, такой миленький, серенький котик. Я бы сейчас бы его просто почесала. Так. О. А это что за кот? Почему он вот в таком туалете? Ой, а если я там окажусь? Ну, ладно, я думаю, что за мной такого не произойдет. Да, ну ладно, ладно. Посмотрите. Как красиво там, какой красивый там цвет, свет точнее, мне нужно срочно посмотреть. О, ребята, это что, улица? Ой, еще и подушки, мое любимое. Оп, ой, как мне нравится это все делать, вы не представляете. Давайте это тоже возьмем и оп, выкидываем. Ой, подушки такие мягкие, вы себе просто не представляете. Так, ладно, подушки мы с вами выкинули. У нас за окном чудесная погода, очень красиво. Знаете что? Я просто так хочу пить. Поесть у меня не получилось, потому что рыбку что-то я не нашла. О, в этом мы сейчас с вами поиграем. Так, давайте сейчас. Вот я вижу кулер. А, так вот у меня еда еще есть. Так, и давайте. Оп, как это нажать-то? И да! Водичка есть. Так, нажимаем. А, вот когда я котик достаю, когти достаю, у меня не получается. Ну, давай, лейся, лейся, лейся. А, ну она, а, знаете, как можно сделать? Вот одной рукой так, давайте, давайте попьем немножечко. Ой, все, мне кажется, я напилась. Так, отлично, потом, ой, оп, оп, что-то не берется, еда, давайте. Ой, какие, блин, капец, может быть, лапки достанем? О, да. Оп, съела. Ой, ребят, прикиньте, оно реально естся. Как классно. Так, давайте это еще скушаем. Сейчас всю еду нашу съедим. Отлично. А, так можно, наверное, и воду набрать, знаете?
что у меня все улетело. Посмотрите, ребят, там какой рай, вы видите? То есть там куча корма. А что, если мы туда с вами заберемся? Или, может быть, мы не заберемся, скорее всего. Ну ладно. Хорошо, давайте мы с вами, знаете, нам сейчас, я хочу очень сильно поиграть, потому что там были какие-то очень интересные игры для котиков. Давайте, ребят, вот пойдем именно туда. Так, все, начинаем. Итак, бобер. О, давайте. О, ты что вылезаешь? Тебе нужно быть дома. А ну-ка, будь дома. Так, опять выскочил зеленый. Вот самого зеленого, вот, точнее, самого дальнего зелененького бобра этого сложнее всего убрать на место, потому что он дальше всего. Блин, ребят, все становится сложнее с каждыми 5 секундами. Так, подождите, то есть последние 5 секунд они становятся быстрее? О, господи, ребят, почему это так быстро? Ребята, я не успеваю просто ничего делать. Так, ой, ребята, я запуталась. Блин, представляете, если сейчас они вшестером. О, все, ребята, у меня 34 скор. Я, то есть, за 30 секунд, эй, я не хочу продолжать вообще-то все. Мне надоело в это играть. Так, у меня же есть еще игра, у меня есть вот такие вот эти крыски. Press red button. А где эта красная кнопка? Вот тут. Что-то мне не нажалось. Оп, все. А, куда вы, крыски, полетели-то? А ну-ка иди сюда. Нет, они, ребят, бегают по дому. Мне что, за одной крыской бегать? А ну-ка иди сюда. Ты думаешь, я тебя не догоню? Ты серьезно? Так, давайте, давайте, давайте. Ай, она не рядышком. Блин, я застряла между этими. Между... Оп. А где она? Я думаю, что... Куда ты бежишь от меня? Капец, ребята, я что, буду сейчас за одной крыской бегать? Ребята, это, мне кажется, самая сложная игра, в которой может вообще играть кот. Это ловить крыс, ребят. Это ж так сложно. Так, я видела, что тут где-то еще две крыски бегают. Вот там вроде была какая-то крыска. Давайте посмотрим. А, я думаю, что это крыски были. Ладно, в общем, они где-то по квартире бегают. У меня, походу, не получится ни одну крыску забрать. Это, ребята, очень странно выглядело, наверное, как я пыталась бежать за... А, там по времени, ребята! А я-то думаю, что я не смогла словить ни одну крыску. Знаете, мне кажется, что я бабушку за сегодня немного, ну, знаете, достала, потому что сначала я и аквариум там, ой, не аквариум, а точнее, вазу разбила, которую она уже, кстати, поставила новую. Поэтому, знаете что, я думаю, что можно бабушке приготовить какой-нибудь вкусненький обед. Давайте, я думаю, что... Ну, завтрак, точнее. Я думаю, что бабушка будет рада, потому что, ну, я много чего сегодня сделала не очень так, а, в принципе, где мне еду-то взять? Вот краски бабушки идет. У нас есть холодильник? Да, у нас есть холодильник. Отлично. Так, все. А мы можем открыть его? Так, давайте попробуем открыть холодильник. Вдруг мы сможем реально с вами еду взять? О, да ну! Да ну, ребят, я думала, что мы реально не можем этого сделать. Так, все, откройся. Так, давайте. Оп. О, давайте это достанем. Все, что мы видим, будем доставать. Потому что так мы сможем бабушке приготовить что-нибудь. Итак, так. О, все, ребята! Давайте мы с ним... Ой, это я что, себе взяла баклажан? Нет, я хочу сосиску. Давайте, все. И теперь отсюда прыгаем. Прыгаем. Сосиска, давайте. Отлично, теперь у меня есть какой-то баклажан. И вот такая сосисуня. Так, давайте. Все, это мы тут оставим? Так, это мне не надо. Хотя бабушке этого понравится, ведь это бабушки любят. Так, давайте туда закинем. Да, закинула. Так, тогда давайте в рот. Так же. Блин, что она не берется сейчас? Так. Оп. Все, надела, и давайте поднимаемся наверх. Все, давайте ложим на сковородочку. Все, и теперь нам нужно взять сковородку. Давайте. Все, мне кажется, вот тут будет идеально. Все, отлично. Еще она не готовится. Так, походу это... А, надо включить. Все, должно уже вариться. О, я не ту включила. Вот, давайте эту сюда протянем. Все, готовится! Готовится наш обед бабушке! Бабушка, я тут готовлю для тебя завтрак! Что-то она никак не реагирует. Ну ладно. О, мне кажется, сейчас горит! Выключаем быстро.
Ну, мне сейчас горит, блин, что с моим баклажаном? Блин, что я сделала? Бабуля, я для тебя тут завтрак хотела приготовить, но, кажется, не получилось. Анна, мне кажется, что бабушке все равно понравится, а главное, что я это сделала своими руками. Я старалась, точнее, своими лапками. Я ведь старалась, поэтому... Так, давайте, проходим вот сюда, зарезаем. Ой, карабкаемся. Так. Все. Теперь... А как мне выключить? Ребята, тут у меня вопрос. Так, давайте. Оп. Выключаем. Так, все. Огонь нам надо. А как мне полностью выключить? Не, мне надо полностью выключить плиту. Все, выключил. Отлично. Все, теперь у нас пожар. В доме у нас не будет. Так, у меня все еще мой горелый баклажан. Давайте. Оп. Отлично. Все. Завтрак бабушки готов. Отлично. Какая я молодец. Да, я так рада с собой. Знаете, вот вам не кажется, что там на втором этаже довольно-таки интересно? Ведь мы там с вами не были. Мы там, в принципе, все уже изучили, что только могли. И поэтому, знаете, я вам предлагаю просто подняться сейчас на второй этаж. Давайте. О, вот и бабушка. Бабушка, привет. Я для тебя там завтрак приготовила. Ой, спасибо большое. Сейчас я попробую. О, отлично. Все, теперь бабушка попробует мой завтрак. Надеюсь, ей понравится горелый баклажан. Ну, я ж не специально это делала, но я думаю, что она не заметит. Ей, в принципе, все вкусно. Тем более, если это сделано из баклажана, то тогда тем более карабкаемся по лестнице. Вау, ребята, а тут классно. Это что, пианино? Давайте, ребят, туда побежали, побежали, побежали. Кажется, мне кто-то звонит. Нет. Скучно! Я не хочу ни с кем общаться. Ай, мне интереснее на пианино сейчас поиграть. Так, давайте. Ой, я сейчас испорчу пианино. Ой, я, кажется, его поцарапала немного. Ну ладно, я ж кошка, мне можно. Так, отлично, ребята. Готово сейчас, ребят, научиться играть. Все садитесь. Так, смотрите, тут F надо. F, A, C, C, D, D. F, A, C, D, D. Ну? Ну ладно, давайте я свое что-нибудь сыграю, давайте. О, ребята, у меня вот в этот раз что-то в игре получилось. Какая-то песенка прикольная. Ну, мне нравится. Так, ладно, хорошо. Знаете, вот видите, там будто что-то есть. Видите, там какая-то лестница. Я хочу туда подняться. Мне, ребят, мне нужно туда подняться. Но как бы это не обсуждается. Ой, смотрите. Так, ладно, это не важно. Давайте. Давайте поднимаемся вот сюда. Итак. Ой, я чуть не грохнулась. Я хочу вот туда, на чердак, ребята. Так, главное, нам нужно быть супер осторожными, потому что я сейчас не хочу просто, знаете, упасть вниз. Это будет реально не очень. Так, давайте. Ой, я боюсь, ребята. Я боюсь высоты. Хоть я и кот, но, блин, страшно все равно. Так. О, ребята, посмотрите, тут так классно, и мне так нравится, и там куча всего, и тут шарик, эй, шарик, оп, все, шарик лопнули, дело сделано, ставь лайк, понравилось это видео, подписывайся на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, ну а пока, переходите в следующее мое видео, увидимся там.